Самые лучшие школы. В эфире очередной выпуск школьных новостей. В конце учебного года главные новости о предстоящих экзаменах. Ученики 9 классов успешно сдали устный экзамен по русскому языку в форме итогового собеседования, который является допуском государственной итоговой аттестации. До 30 апреля им предстоит определиться с предметом, по которому они будут писать контрольную работу. 15 апреля 11-классники написали итоговое сочинение. Оставшееся до экзаменов время нужно с пользой потратить на подготовку к ним. О планах и настроении наших выпускников в следующем сюжете. Ты куда-нибудь планируешь поступать? Ну, любой 11-классник планирует куда-то поступать, конечно, загадывать мы не будем. Но на примете есть парочку, десятка вариантов, куда все мы хотим поступить правильно. Я советую всем будущим выпускникам, да и нынешним тоже, чтобы у них был какой-то вуз мечта, чтобы они стремились к этой цели. Ну и реальный вариант тоже, потому что нужно же оценивать свои способности. Ну, у меня таковых несколько вариантов, конечно. Вот. Что-нибудь волнует? Подготовка к ЕГЭ – это очень стрессовое, в принципе, такое мероприятие. И поэтому, да, очень многое волнует, в частности, подготовка, в частности, выбор, так сказать, ресурсов для получения материала и так далее. Какие-то внутренние еще школьные проблемы у нас есть там. Ну, в целом, справимся, ничего страшного в этом нет, все поправимо, все у нас получится. Каких именно ждешь результатов? Хороших, конечно же, мы все надеемся на хорошие результаты, так сказать. Хотим получить как можно больше балл, готовимся на высший балл, но сложности бывают у всех, это тоже дело поправимое, мы справимся. Как идет подготовка к итоговой аттестации? Подготовка идет полным ходом, занимаемся и на уроках, очень много решаем тестов, и после уроков приходим, тоже нарешиваем, ищем какие-то дополнительные ресурсы, сейчас очень много возможностей, и смотреть бесплатные вебинары от преподавателей каких-то, ну и не только из нашей школы, также устраивают нам видеоконференции в Zoom по другим предметам, другие преподаватели со всего района. Поэтому возможности подготовиться на высокие баллы, но она у нас сейчас есть. И просто надо хватать каждый момент, каждый шанс и нарешивать, нарешивать, нарешивать. Куда именно ты планируешь поступать? Все зависит, конечно, от полученных результатов, поэтому точный университет, город сказать невозможно. Конечно, я думаю поступать, например, в Севастополь. Но там есть много филиалов и московских университетов, и просто именно вот, например, Севастопольский государственный университет. Поэтому все будет зависеть от количества баллов, и если они будут позволять поступить куда-то дальше, в какой-то лучший вуз, то значит будем целиться туда. Почему на Севастополь? Ну, это город моего детства, я там очень много провела времени, там большая степень моих родственников, наверное, проживает, и я хочу быть и ближе к семье. Меня этот город очень вдохновляет, поэтому там хочется всегда как-то развиваться, куда-то идти, чем-то заниматься. Я очень люблю море, и вот как раз-таки, наверное, оно меня и вдохновляет. Все, наверное. Девочки, я знаю, что вы не просто ученицы, а еще и претендентки на золотую медаль. Это на вас сильно давит? Да, мы постоянно стараемся выполнять все задания, чтобы успевать по учебной программе. И нам это всегда очень трудно дается, но мы стараемся. Если на экзамене тебе постигнут неудача, что тогда? Вообще не рассматривала такие варианты, но в крайнем случае буду рисовать на заказ. Портреты, картины. Пожелаем удачи ребятам! Успехов и терпения!
Эх, а не за горами-то лето. Да. Еще и выходные с 1 по 11 мая включительно. А в этом году планируется работа оздоровительных площадок и лагерей. Об организации летнего отдыха мы узнали у Натальи Юрьевны Сизовой, заместителя директора по воспитательной работе. Расскажите, пожалуйста, немного об организации летнего отдыха в школе. Наверное, это лето для нас будет самым таким вот радостным, ну, на мой взгляд, потому что прошлый сезон, насколько мы знаем, не дал возможности реализовать все наши планы. То в этом году мы надеемся, и уже сейчас есть определенные перспективы. Что прежде всего планируется у нас? Для учащихся первых шестых классов у нас планируется работа лагерей дневного пребывания на базе школы. То есть это их разнообразная досуговая деятельность, спортивные соревнования, экскурсии, однодневные походы и многое другое. Вот, дальше. Для ребят 8 и 10 классов планируется работа лагерей труда и отдыха на базе школы. То бишь здесь будет организовано не только трудоустройство детей, но и также их профориентационная работа. То есть ребята получат определенные начальные знания по каким-либо профессиям, посетят наше учреждение среднего профессионального образования. Далее, в рамках лета будет организовано трудоустройство учащихся, тех, кто уже достиг 14-летнего возраста и до 18 лет. В июне и в августе будут работать наши дети от администрации Ленинградского сельского поселения, от отдела по молодежной политике, ну и тем самым также почувствуют себя полноценными гражданами, и, возможно, не просто поработают, получат вот определенный заряд и заряд бодрости, но и заработают, возможность заработать деньги, да, то есть на какие-то определенные нужды. Дальше, что еще сказать, что у нас еще в этом году? Значит, в этом году впервые у нас будет организована работа интеллектуальной смены для учащихся в рамках тематических площадок. И здесь планируется уже охватить тех детей, которые мотивированы, да, на обучение по каким-то конкретным предметам. Вот. И я думаю, что у нас это получится. Ну и, конечно же, будут работать наши спортивные площадки. Мы надеемся опять, планируем, мы надеемся на то, что они будут работать в полном объеме и ежедневно в течение всех трех летних месяцев они будут принимать вас, нас, всех учащихся школы. Поэтому хочется пожелать, чтобы это лето для нас было интересным, добрым, веселым. Ну и прежде всего, всем здоровья. Спасибо большое. С 1 апреля начался прием документов в первый класс. На середину апреля уже подано 74 заявления. В следующем учебном году планируется открыть 4 первых класса. Нынешние первоклассники уже почувствовали весь вкус школьной жизни. Немаловажным мероприятием для них стал праздник прощания с азбукой. Об этом наш следующий сюжет. Много знать, многого добиться, обязательно читать, должен мог учиться. Праздник состоялся 19 марта. Из-за ограничений пришлось отказаться от общего мероприятия. В каждом классе прощание с азбукой прошло по-своему. В первом В 33 ученика. Все они успешно учатся, многому научились. Свои знания, умения показали на празднике. Впереди у этих ребят долгая и интересная школьная жизнь. Пусть она складывается у них интересно. Букваря в строку не встала, взбунтовалась букваря. Я сказала букваря, главное за главное. Я хочу, чтобы повсюду впереди стояла я. Не хочу стоять в ряду, быть желаю на виду. Хорошо, идем на спор. Если сможешь в одиночку написать хотя бы строчку, правда стала буквая. Чтобы я, да не сумела, я же не кто-нибудь, а я. Буква «Я» взяла за дело, целый час она потела, и кряхтела, и потела. Написать она сумела, только я.
Учитесь, трудитесь, добивайтесь новых успехов. Этот учебный год, конечно, необычный в своем роде. Он принес много побед в учебной и спортивной деятельности. А пока мы ведем передачу, ученица нашей школы София Скобелева участвует во всероссийских соревнованиях по плаванию. А Хамрабаева Камила ожидает результаты конкурса исполнительского мастерства «Хрустальное сердце». И мы верим в ее победу. А Максим Рак, мой соведущий, одержал победу в конкурсе исследовательских работ имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Во Всероссийской олимпиаде школьников на региональном этапе успешно выступили 9 учеников нашей школы. Наш корреспондент Ксения Мазурова встретилась с Владиславом Чернявским, призером олимпиады по физике и математике. Влад, поздравляю тебя с выступлением. Это твоя первая победа? Это нет, моя первая победа. Я до этого выигрывал в олимпиадах в младших классах и в 5, 6, 7. В каких еще предметных олимпиадах ты принимал участие? Я принимал в олимпиадах по географии, английскому, русскому языку, физика, математика, разумеется. Твоя будущая профессия будет связана с этими предметами? Я еще не определился, какая профессия у меня будет, но я очень надеюсь, что моя профессия будет связана именно с этими предметами. Как ты думаешь, важно ли в жизни хорошо учиться? Да, я думаю, что очень важно учиться хорошо, так как оценки – это уровень твоего образования и труда. Какой совет ты бы дал ребятам, которые хотят добиться успеха? Я бы дал им совет трудиться и еще раз трудиться. Не волноваться на важных ступенях, когда надо выступить где-то на олимпиаде, на экзамене. Главное – быть уверенным в себе, но не самому. Появление побед в олимпиадах дает возможность участвовать в профильных сменах. Например, я 26 мая поеду в профильную смену по физике «Интеллектуал Кубани». Спасибо. Удачи тебе. Спасибо большое. В этом году мы многое пережили. И понесли большие потери. Из жизни ушли 2 замечательных педагога. Учитель математики Владислав Алексеевич Филобок и учитель технологии Владимир Григорьевич Клименко. У каждого из них за плечами длинный педагогический путь. Владислав Алексеевич работал в школе 44 года, начинал как учитель начальных классов, был завучем. Обаятельный, с прекрасным чувством юмора, фанат футбольного клуба «Спартак», оставивший свой яркий след в истории школы. Трудовой стаж Владимира Григорьевича – 54 года. За годы своей работы он научил тысячи мальчишек быть настоящими мужчинами. Сам он человек с золотыми руками. Его страстью была музыка. Долгие годы его голос звучал на школьной сцене. Он выступал вместе с ансамблем духовной музыки «Кантилена». Нам не хватает вас, наши добрые, милые учителя. А закончить нашу передачу мы бы хотели песней в исполнении Владимира Григорьевича Клименко. Берегите себя. С вами были Широковская Влада и Рак Максим. Мы приглашаем на сцену Владимира Григорьевича Клименко.
поедет в лесу. Приходилось встречаться коту, только песня совсем не о том, как мурлыкали кошки с котом. Говорят, не повезет, и если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, только черному коту и везет. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу.